За прошлый год в Жамбылской области сделано немало работ по социально-экономическому развитию. Однако предстоит выполнить еще больше задач в данном направлении. О них и говорили сегодня в ходе заседания коллегии. С начала года каждое управление и ведомство отчиталось о проделанной работе за указанный период и отметило основные показатели. Для рассмотрения и обсуждения проблемных вопросов в них приняли участие и заместители акимов районов, специалисты соответствующих отраслей. С отчетами перед населением выступили районные акимы и аким города Тараза. Если в отчетных встречах акимов Меркенского и Таразского района принимали участие глава региона, то в остальных его заместители. В минувший же четверг под председателем Аскаром Мирзахметова прошло расширенное заседание коллегии акимата области, где главной темой стали показатели индикаторов, утвержденные в государственных и правительственных программах. Напомним, заместителями акима была отмечена неудовлетворительная работа некоторых областных управлений и районных акиматов по выполнению конкретных поручений главы региона. В связи с чем было предложено принять меры наказания к безответственным специалистам. Данную инициативу Аскар Мирзахметов поддержал. В таком формате заседания коллегии пройдут и в районных акиматах. Стоит отметить, что всего в 2018 году акимам районов и города Тараза было дано более 1400 протокольных поручений. Из них нашли свое решение только 610. 206 не выполнены, 368 находятся на стадии реализации.